Добрый день. Рад, что вы заглянули. По этому случаю готов за пару минут рассказать, как работают бизнес-тарифы и почему с ними в делах будет больше порядка. Знаете почему? Ну, потому что меньше мороки. Во-первых, с бизнес-тарифом ваш счет за связь уменьшится даже по сравнению с обычными тарифами Теле2. Мы можем себе это позволить, потому что связь для дела покупают оптом. Закон опта. Чем больше вы берете, тем меньше платите. Поэтому для тех, кто пашет круглые сутки, выгоднее подключить безлимит. Или безлимитные разговоры между сотрудниками, так как большая часть разговоров по работе происходит между коллегами. И с делами порядок, и счет уменьшится. Во-вторых, будет удобнее управлять номерами сотрудников. Почувствуйте эффект, даже если у вас их меньше пяти. Не нужно будет возиться со счетами и выдачей наличных. Достаточно один раз поставить всем лимиты по расходам и платить одной суммой, которая автоматически распределится по сотрудникам. Это и есть порядок, не так ли? Еще для управления номерами на сайте Теле2 есть такая штука, как личный кабинет. Это приборная панель состояния счета. В любой момент с любого компьютера вы можете заказать детализацию или подключить услуги, или проверить, прошла ли оплата. В-третьих, с бизнес-тарифами вы вообще будете делать меньше лишних движений. Потому что профи не суетятся. У вас будет персональный менеджер. Это когда все вопросы можно решать со своим человеком. Если нужно, за бизнес-тариф можно платить по безналу. Хорошие новости для вашей бухгалтерии – Чита и документы будут приходить в лучшем виде. И, конечно, на бизнес-тарифе можно уйти в минус, чтобы не остаться без связи в нужный момент, чтобы все было в порядке. И последнее. Мы знаем, как вам важно при смене номера не потерять контакты. И знаем, как вам в этом помочь. Остались вопросы? Наш человек готов ответить на все.